Доброго дня. Сейчас я расскажу вам о гордости своей коллекции насекомых. Лет 5 я увлекался сбором, выращиванием насекомых, дома выращивал, бабочек в том числе. И вот это, я считаю, одна из самых красивых таких коробок. Помимо этого есть еще с стрекозами, богомолами. А здесь представлены бабочки. В основном это европейской полосы. А кроме вот этих двух экземпляров в нижнем ряду маленьких, видите, с толстым брюшком. Их я поймал во Франции, когда был. Справа вот эта особь, у нее даже стеклянные такие крылышки прозрачные. Все расправлял по науке, как было положено. Все экземпляры высушивал. Здесь в коробке хранятся с нафталином они. Задний фон этот белый можно немножко обновить, просто наклеив белый лист бумаги. Вот это гордость самой коллекции. Прям два экземпляра семейства парусников. Бабочки очень красиво летают. У них хвостики характерные для этого семейства. Названы они по именам греческих лекарей, целителей. Махаон слева и Подолирий справа. Они довольно редко встречаются. Но очень красивые. Слева Махаон. Вот я их там ловил в Нижегородской области. Нигде их не видел. А там наткнулся на целое прямо сообщество их. Они жили на косе такой в реке. Полуостров, и там их было просто куча. Я там носился как сумасшедший от радости, ловил их. Выращивал, кстати, был у меня один экземпляр. Может быть, даже это он, который дома у меня прям вылупился. Ниже бражники с острым брюшком. Они летают подобно птицам колибри, зависают в воздухе. Ночные в сумерках вылетают они. Один из них слева бражник подмаренниковый, крупный справа бражник павлиний глаз, по-моему, называется. Очень интересные насекомые такие, необычные. И в сумерках можно заметить иногда. На специальных таких растениях они садятся с длинными вытянутыми трубочками такими, как тубусы такие, у которых лепестки, а дальше как такой флакончик. Такие цветы любят бражники. Слева это ночные бабочки. Справа тоже, вот это справа совка крупная, справа внизу. Одна из самых крупных ночных тоже в нашей европейской полосе. Здесь более часто встречающиеся виды. Там лимонница, это траурница, черная, видите, с характерным такой окантовкой, желтые с синими точками. А вот это справа, это бабочка-адмирал, так называют ее в простонародье. Они любят фрукты кушать по осени, когда падают сладкие фрукты любят. Вот всю эту коллекцию собирал в течение где-то 5 лет в разных местах, ну, преимущественно в европейской части России. Ну, тоже станет ее счастливым обладателем в дальнейшем.